я Дарья Гюльмен. Я студентка третьего курса кафедры акушерства Университета медицинских наук. Акушерство на самом деле является традиционной профессией, существующей тысячи лет, которую мы в настоящее время пытаемся научно обосновать с доказательствами, простирающиеся от традиций к будущему. Это профессиональная группа, которая может работать в центрах общественного здоровья, в центрах семейного здоровья, в сфере здоровья матери и ребенка, сексуального здоровья и во всех областях, направленных на защиту общественного здоровья. На нашей кафедре преподаются такие базовые дисциплины, как анатомия, физиология, гистология, биохимия и микробиология. Затем мы изучаем курсы по специальности, такие как нормальные роды, рискованная беременность, здоровье новорожденных и гинекология. Кроме того, преподаются уроки таких направлений, как консультирование по вопросам грудного кормления. Имеются дополнительные курсы по выбору для студентов, желающих продолжить обучение в этих областях. Кафедра оснащена акушерской лабораторией. В этой лаборатории мы приобретаем базовые акушерские навыки. У нас имеются отличные макеты для практики таких курсов, как измерение артериального давления, сбора крови, которым мы обучаемся в первом году, и макеты от нормальных родов до беременности с повышенным риском, обучающиеся в последующие годы. Благодаря этому в нашем университете мы можем получить навыки, связанные с нашей профессией. Обучение на кафедре нецелесообразно без стажировки. В этом плане наш университет имеет преимущество, поскольку предоставляет хорошие возможности в плане стажировки. Если курсы, которые вы изучаете, предусматривают стажировку, вы в обязательном порядке проходите практику каждый семестр, начиная со второго семестра первого года и до окончания учебы. После окончания обучения вы можете работать в частных или государственных больницах. Кроме того, вы можете устроиться на работу в центрах семейного здоровья и общественного здоровья. Вы можете продолжить свою жизнь в качестве частного акушера. До того, как я выбрала эту кафедру, я знала о своей целительной силе. Тема прав женщин и детей была для меня очень важной темой, потому что я знала, что когда меняются женщины, меняется и общество. Это была кафедра с хорошими возможностями трудоустройства. Этот момент также меня воодушевил. Как студент-акушер, мой выбор был основан на этом. На самом деле, видение Университета медицинских наук совпадает с видением нашей кафедры, потому что от традиций в будущее является видением Университета медицинских наук, а кафедра акушерства – это профессия, перенесенная из традиций в будущее. Вот почему я выбрала это место. Я видела лабораторную среду, мне очень понравилось. Я изучила академическое прошлое, заведующих кафедрами и преподавателей. Я поняла, что они могут мне дать нужные знания. После выпуска я хочу работать в родильном зале, а после определенного времени хочу направиться в академическую среду. Я хочу, чтобы абитуриенты, которые выберут эту кафедру, знали о своих целительных силах, потому что это не та профессия, которой можно заниматься, не касаясь людей и не разбираясь в ситуации. Если и вы хотите что-то изменить в лучшую сторону, хотите прикоснуться к человеческой жизни, то я рекомендую вам выбрать данную профессию. Желаю успехов всем, сдающим экзамен для поступления в университет. Мы хотим видеть среди нас тех, кто хочет прикоснуться к жизни.